активны и опасны. За прошедшую неделю с жалобами на укусы клещей в лечебное учреждение региона обратилось 482 человека, среди них 105 детей. Для сравнения, в 2015-м за тот же период на укусы пожаловались 305 человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора. На энцефалит исследовали 254 клеща, из них 40 оказались инфицированы. Всего в этом году по поводу укусов в лечебных учреждениях зарегистрировано уже более 3500 обращений.